Da. Știu, știu, știu că am întârziat, da. Am întârziat mai târziu. A, nu se poate. Nu. Bă, dar nu se poate, mă, în fiecare zi aceeași chestie. Da, iar m-a blocat cineva. Ia, stai puțin. Îmi pare rău. Ce? Ce? Oh. Trăim într-o țară de animale. Am stat doar 3 minute. Știu, știu, dar ăsta probabil a ieșit din mașină, că l-ați blocat, a zgâriat și a fugit ca un laș. Pentru că am stat puțin mai mult. De data asta am avut mai mulți copii ai străzii de hrănit decât în mod normal. Și da, am stat atât, dar să faci asta nu e ok. Știu, știu. Poate merge cu mână de vopsea. Dacă vreți, mergem cu un magazin ăsta care vinde pe aici. Nu, nu. Oamenii ca aceștia nu ar trebui să rămână nepedepsiți. Așa e, așa e. Știu, știu. Uite-mi cauciucurile. Ce face? Uite-mi cauciucurile. Ce? Hei. Nu vrei mai degrabă să o scuipăm sau ceva? Nu ai zis-o că trăim într-o lume de animale? Auzi, și țara asta cumva are nevoie de o schimbare. Și schimbarea asta poate să înceapă fix cu tine. Lasă asta! Nu vrei să fii complicele meu? Nu merge. Nu merge. Dă-i tu. Da, e... Știi, tu pari o fată super educată și cumva cel mai deștept mereu cedează. Hei! Dă-i cuțin la fraier! Dă-i! Așa! Așa! Bravo, că tu ești puternic! Ea mi-a dat-o la prost. Da. Da. Bun, păi ce zici? Mergem să sărbătorim la un suc? Știu o cafenea în zonă pe aici la hey. Hei, baby, totul e ok? Da, da, un fraier ne-a zgâriat mașina. Da, i-am tăiat cauciucurile. Mă rog, nu eu, el, că e mai puternic. Oh, fratele meu, bravo, bravo, bine făcut! Baby, hai să mergem, mai avem copii de hrănit, da? Hai, da. Hai, te rog. Mersi mult, acum care te dai să nu te prindă. Pa! Baftă, fratele, bine ai făcut. Hai, uite, hai, baby, pe aici. Здравствуйте, друзья! Надеюсь, вам понравилось то, что вы увидели до сих пор. Давайте сделаем маленький анализ фраз и слов, которые вы только что услышали и прослушали. Мы начнем с фразы, которая у нас звучит следующим образом. Сейдем о мене де вопся. Știu, știu. Poate merge cu мене де вопся. Эта фраза немножко заставила меня задуматься, что касается того, как это дело перевести. И потом в какой-то момент я поняла, что у нас же есть в румынском языке такое словосочетание, как «ада омене де ажутор». «Ада омене де ажутор» значит «помочь какому-то человеку». «Ада омене де ажутор» — «помочь кому-то». А вот «ада омене де вопся» переводится как покрасить, закрасить, замазать, ада омине де вопся. То есть сделать что-либо краской при помощи, понятно, мине, рука, да? Ада омине де вопся, то есть замазать, закрасить. Хорошо. Следующая фраза у нас тоже такая интересная. Итаем каучукурили. Uite-mi cauciucurile! Ce face? Uite-mi cauciucurile! Ce? Îi tăiem cauciucurile. При переводе у меня тоже была сложность именно каким образом перевести вот эту фразу. Тая каучукурили можно перевести на русский язык как порезать шины, как это перевела я в видео, либо
Я считаю, что так будет правильнее, ну, как-то, не знаю, 50 на 50 у меня все-таки сложилось, будет пробить шины, что они, собственно, и сделали в этом видео, они пробили шину бедного человека. Вот у меня такая вот дилемма, если у вас есть еще какие-то предложения по поводу перевода того или иного слова, фразы, то я буду очень рада их прочитать. Интересное слово, я думаю, будет для вас аскуйпа. Ну, время и деграба со скуйпом, со чего? Аскуйпа – это значит именно то, что вы увидели в самом конце этого ролика. Это то, что сделал молодой человек этой девушке. Он наплевал на эту машину. Вот, аскуйпа. Может, кто-то не знал, я решила заострить внимание на этом слове. Nu vrei să fii complicele meu? Nu vrei să fii complicele meu? Complice. Я, если честно, первый раз услышала это слово именно в этом видео. Я не знала про это слово. Complice. Complice значит сообщник. Для меня открытие, я тоже решила на этом заострить внимание. Nu vrei, oare, nu vrei să fii complicele meu? Ты разве не хочешь быть моим сообщником? Следующее слово у нас будет hai. Hai să faci, hai fă, hai merge, hai vino, hai. Hai значит давай, и это сокращенное от слова haide, то есть давай пойдем, давай сделаем, давай, хай. Хай се фачем, хай. Дальше, следующая фраза у нас «ин зона пе аич». Штио кафеня «ин зона пе аич». «Ин зона пе аич» понимает, имеется в виду, что место, которое он предлагает ей пойти, находится где-то недалеко. И «ин зона» я не могла перевести вот именно где-то в нашей зоне или в зоне доступности или что-то в этом роде. Нет, то есть где-то неподалеку. Он зона пяич. Он зона пяич. Как получается неподалеку, где-то рядом. Фраер. Да, да, у фраера у меня сгорела машина. Слово фраер – это вообще суперское слово, его должен знать каждый человек, который учит этот язык. Фраер – это своего рода дурачок, дурак, и его, кстати, используют довольно часто, когда рассказывают про какого-то человека, который поступил как-то глупо, сделал какую-то вещь, не очень по-умному. Но в видео, в самом видео, слово «фраер», оно рассматривается в более негативном таком плане, поэтому я подумала, что это будет уместным перевести его как «придурок». Следующая фраза у нас будет «каре те де аич». Мерси мульт, акум каре те де аич, сану те приндо. И переводится она как «убегай отсюда», «сваливай отсюда», «вали отсюда», именно вот в этом аспекте. Если вам понравилось такого рода видео, пишите, пожалуйста, в комментариях и дайте мне знать, если мне стоит продолжать делать это дело. Спасибо за ваше время и внимание, всего хорошего, до скорых встреч, пока-пока!